Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Задание зомби будем с вами дальше проходить. Так, и у нас вокруг одни козы. Разгром. Так, меня попросили сыграть за кого-нибудь другого. А кто у нас еще есть? У нас есть Сальса, да? У нас есть с вами Зэмех. Или, как мне сказали, Зэмеч. Угу. И... давай, наверное, сыграем с тобой за супермозга. Да, я выберу его. У нас сколько здесь? О, так мы только начали. Поэтому поехали, попробуем. Розочка очень сильный герой. Противный. Новое сообщение от Замбоса. Тема Роза. Теперь замок Розы наш. Чувствуйте себя как дома, мои верные. Так-то? Ага, вернулась родная домой. А мы тут сидим. Чувствуем себя как дома. Ну что, супермозг, я надеюсь, ты меня здесь сегодня не подведешь. И очень хорошо мы с тобой сыграем. Ну что это? Ну что, вот что они мне подсовывают? Убираем. Ё-моё, убрал тоже. Ну уже неплохо, уже неплохо. Ранняя игра есть, поэтому давай начнем. Так, роднулечка, выходи сюда. Ну, Роза коварный герой, поэтому... ну, естественно, естественно, превращает нашего персонажа в козла. Мне ничего не остается, как пропустить ход. Так, единичку урона она получила в лицо. У нас с тобой есть вот такой вот антигерой-ниндзя. Будет она с ним что-то делать или нет? Она его замораживает. То есть у нее что там, одни заклинания в руке, что ли? Ну, заморозка — это не означает, что наш герой погиб. Верно? Верно. А мы с тобой будем выставлять... опачки, а у нас есть амфибия. А что здесь ты скажешь, а? Роза, что скажешь мне? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это плохо. Ну ладно, 4 в лицо все равно получит. Сейчас сработает защита. Ёлки-ты-палки. И что там? Что она взяла? Не показали. Не стала она применять. Так, если мы с тобой возьмем... вот этого вот чудика. Смотрим. Превращает случайного зомби. И в кого же? Ага. Ну ладно. Ладно. Так, мы с тобой можем сделать что? Зомби наносит бонусную атаку. Давай мы с тобой, наверное, вот так вот сделаем. Опа. Отлично. А теперь погнали. Раз. Так. И вот так вот. 16 хп, у нас 18. Ну, ты сам понимаешь, да, битва только началась. Поэтому давай вот этого сюда поставим. Что он сейчас будет делать? Слушай, достало уже этими мухоловками тут меня травить. Превращает, который стоит на один дороже. И вытягиваем карту, да? И вытягиваем карту. Ну-ка, в кого ты превратишься у меня? О! И карточку мы с тобой получили. Так, бедный козлик, потеряли мы его. Роза что там, отхиливается с каждым разом, что ли? Я не могу понять. Это вот эти, что ли, ее хиляет? Ну-ка посмотрим. При нанесении урона герой получает здоровье. Понятно. Теперь я понял, кто тут хиляет. Сделаем вот так и вот так. Ну, что ты на это скажешь? Все, задумалась. Фасолинка, видите ли. И заморозку делает, плюс вытягивает карту. Слушай, у нее очень хорошая рука по картам. Смотри, что творит, а. Смотри, что творит. Так, ладно, здесь тупо обмен. Здесь тоже получается тупо обмен. Здесь мы заморожены. Так, ладушки. Мы с вами повышаем немножко здоровье. Я надеюсь, он больше не будет выставлять этих проныр. Так, сюда мы зомби ставим. Так, амфибия появилась. Но это не страшно, друзья мои, это не страшно. Мы тоже с вами сделаем добор. Какой-то добор кисловатый. Перемещение зомби. Перемещение зомби. А знаешь, что я сделаю? Ничего я не буду делать. Потому что у него блокировка сейчас работает. У Розы. И еще карту.
Зомби получает минус 2, минус 2. То есть она хочет мне моего вертолетчика уничтожить, да? Понятно. Так, 14 хп остается у нее. О! Этот нам пригодится, парень. Давай сюда тебя поставим. И кровожадность поставим сюда. Смотрим, ребята. Колокольчик. И все? А что так жидко-то? Защиты-то больше у нее нету, поэтому сейчас будем бомбить ее по-жесткому. Так, еще два в лице и еще два. 5 хп всего осталось. Ну что ты там задрожала? Понятное дело, боишься. Так, ну-ка мы сделаем с тобой, наверное, вот так вот. Ой, еще и прочерк. Так, 5 к урону. Вызывает команду. Команду. Все, друзья мои, ничего ему тут не поможет. Мы с вами проходим. Ну что ты там обдуваешься еще? Все, сдулась, так скажи. Я сдулась. Ну, а мы с тобой идем дальше выполнять очередной... О, цитрончик. Вот цитрончик это да. Со своей вот этой особенно защитой, которая у него есть. Тяжелый противник. Вы издеваетесь надо мной? Что вы мне подсовываете здесь, а? Это вот вы мне на ранней игре подсовываете вот такие... Вот, вот. Есть задел, как говорится, у нас с тобой. Пропускаем, потому что нам ничего тут не остается сделать. Так, а вот этот вот, по-моему, у нас... Ага, если зомби подвергается заморозке, то он будет расти. Понимаешь? Поэтому нам надо что сделать? Естественно, его истребить. И желательно быстрее. Возьму-ка я, наверное, сюда. Слушай, а он же, наверное, если я кого-то выставлю, заморозит. Ведь так? Он заморозит. Я пропущу ход. Я сейчас уничтожу его вот с помощью... Ну ладно, фиг с ним. Что, я не могу ничего сделать, что ли? Почему я не могу применить? А, это перемещает зомби, елки-палки. Я совсем не это, ребята, думал, что у меня будет. Слушай, ну неплохо. Хотя бы так. Хотя бы так. И давай мы с тобой уже, наверное, будем делать дела, вещи. У меня нет амфибии. Есть амфибия. Сколько стоит? 2. Давай вот так, наверное, с тобой сделаем. Он будет замораживать. Я больше уверен. Сейчас будет замораживать и, соответственно, будет расти от этого. И вот сюда поставим тогда амфибию. Хватит ли у него заморозки на всех моих персонажей? Вот в чем вопрос. Задумался, задумался, да? Думает, кого заморозить? Амфибию? Твою ж налево, он мину поставил. Так, и фасолька здесь. И неуязвимость еще влепил. Да ты что, блин? Ты посмотри, а. Вот это да, вот это он меня обыграл здесь. Вот это он меня здесь обыграл. Но у него с картами вообще проблема. Причем серьезная. Так, давай мы с тобой, наверное, сделаем что? Сюда я поставлю прочерк. С этим я тоже не собираюсь тут шутить долго. Давай, менеджер, карту мне, пожалуйста. Добор дал. Так, ну что, надеюсь, завалим этого колокольчика. Ах ты. Не успокоится он. Понимаешь, он не успокоится. Он будет мне бомбить. Так, еще 3 урона в лицо получили. 14 хп всего лишь осталось у нас. Вот, вот это. Подожди, мы же можем. А вертолет не может летать? Ой, как обидно. И ты не можешь. Что ж тогда нам сделать? Давай так. И вот так. Ну-ка. Мину поставил. А тут орех. Да что ж ты будешь делать, а? Но я же говорил, что этот коварный цитрон. С ним просто так не получится. Я могу, в принципе, переместить. Я могу переместить. Вот. Подожди, а кого я переместил-то? Вот, вот теперь хорошо. Поехали. Так, в лицо 2, еще 2. Ну, тут, конечно... Профукали. Кого нам дали? Так, все зомби получают способность кровожадность. Это хорошо, я сохраню пока. Кровожадность, это вообще замечательно. Так, ставим с тобой, наверное... Ну да, поставим вертолетик сюда.
Ну и что он ответит? Фасолинку выставил. Издеваешься, что ли, а? Смотри, что мы с тобой сделаем. Вот так вот. Опачки. И все. Пока больше ничего не можем сделать. Так, два в лицо, у него защита срабатывает. Так, растения становятся неуязвимыми. Ну ты понял, да? Что мы здесь никакого урона не нанесем абсолютно. А нам, да, нам тут врежут. Но пока мы лидируем по хпшкам. Пока. Еще один вертолетик, я думаю, что вот сюда я поставлю ниндзю, антигероя. А вот сюда эволюцию сделаем. Так, рикошет, убрать растения. Давай уберем этот орех. А что он не отрикошетился? А, все, отрикошетился. Погнали. Ну тут понятно, тут обмен будет. А, он же еще не сделал ход. Сейчас орех выставит обратно. Нет, он выставил морковь. Каких-то сосунков но выставлял. Так, ну мина понятно, тут обмен. Здесь тоже обменяемся с тобой. Так. Здесь, конечно, мы продули. А здесь нормуль. И одно в лицо. Так, ну у него 7 хп, не забывай об этом. Всего лишь 7 хп. Так, я ставлю сюда кровожадность и вертолетик. Так, ну что, морковки, я думаю, хана, если он, конечно, не усп... А, вот он что сделал. Ну, тогда ореху хана. Орех мы с тобой уничтожим. И... Три стрела тоже бомбанем. Так. 5 или больше. Уничтожаем с тобой эту морковь. У него всего одна карта. А у нас с тобой... О, и у нас с тобой добора целая куча. Так, амфибию поставим сюда. Пропускаем ход. Так, опять фас... Он прикрывается, естественно, ребят, прикрывается. А мы с тобой делаем доборы. Отлично. И еще добор. Ну, то есть мы с вами не пропадем. У нас рука полная практически. Так что нам переживать вообще не стоит. Единственное, да, что здесь мы не добьем этот электрический стебелек. Ну, это и не важно. Потому что мы с тобой сейчас сделаем. Так, мишень. Также мы с тобой поставим кровожадность. Зомби с кровожадностью. И вот этого. Все. Что у него? Две карты. Он выставляет команду. Ну, в принципе, ребят, сейчас мы должны забомбить. 6 в лицо прилетит, да? И добьем дальше. Памс. И последний удар. Давай-давай, последний удар. Или у него блок сработает? Сработал блок. Превращает зомби. Да превращай уже кого хочешь. Сейчас вот этот тебя добьет. С кровожадностью. Добьешь же? Конечно. Конечно добьет. Ну что? Я думал, что мы здесь Цитрона победить не сможем. Но ты видишь, нам... Улыбнулась удача, и все хорошо у нас было. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Так. Супермозг. Будем пока за него играть. Будьте осторожны. Она сделает козлов из всех нас. Ну да, она превращает растения в козлов. Есть у нее такая привычка дурацкая. Ну, а мы будем сопротивляться, естественно. Так, ну, в принципе, рука не... Вот это вот мы заменим. Да подожди, ты, не надо мне показывать. Ай-яй-яй, не то. Давай тогда вот этого. Вот, отлично, вот теперь хорошая рука у нас. Все, есть еще и доборчик. Замечательно. Сейчас опять в козла, да, превратит его? Первым же ходом. Нет, зомби просто уничтожается. Жаль. Хороший был зомби, да? Ладно, я знаю, кого в следующий раз мы выставим с тобой. Есть у меня тут на примете. Вот, вот, амфибия. Ну и что, стебелек свой будешь? Нет? А что это делает у нас? Шалфей. Блин, вытягивает карту. Это плохо. Так. А что он, когда вытягивает? Ага. Когда будет 6 энергии. Ну, естественно, я этого не позволю. Карту он собрался тянуть. Губешки раскатала. Так. Фига ты. Жулик. Фасолинок тут натыкал мне.
Давай тогда сделаем с тобой добор. О, Гаргантюа у нас появился. Два, он что, два раза стреляет? Так, кровожадность мы сохраним с тобой. Так, тут 4 урона будет, да? В лицо лететь нам. Короче, амфибию сохраню. Поставим зомби с кровожадностью. Ну, придется, наверное, все-таки выставлять амфибии сюда. Не хотел тратить. Думал, пригодится для воды, но... Смотри, что он, куда он амфибию поставил. Да ты достал уже со своими этими чудиками-то. Слушай, может быть, кровожадность... Нет, пока не нужна нам никакой кровожадности. Блин, сейчас обидно. 3 в лицо. И тут еще сейчас 3. Это уже 6 урона. Так, давай, давай, отомсти. Равный счет у нас. Вот здесь мне не нравится, конечно, что происходит. Может, Гаргантюа поставить, а? Сюда. Или же сделать, знаешь, как можно? У нас 5 энергии. Слушай, я боюсь, она в козла превратит этого Гаргантюа, поэтому я поставлю вот так менеджера. Так, что он сейчас будет делать? Все-таки поставил, да, сюда? Ё-моё! Только добор остается делать. Погнали. Да, в лицо нам, конечно, сейчас с тобой тут прилетит. Еще и в козла превращает. Ну ты что, специально, блин, вытянула карту, а? Обидненько, конечно, обидненько. 6 хп, всего лишь 6 хп у нас. Вот как мне тут сопротивляю. А я так и думал, ребята, что она может превратить. Короче, делаем с тобой немножко по-другому. Ой, что так дорого стоишь-то? Блин, я не знаю, как мне быть. Так сделать. И вот так вот, наверное. 3 и 3. 6 в лицо. Но у нас все щиты. Почему-то, кстати, щиты не срабатывают у нас почему-то. Так, я думаю, не стоит здесь делать кровожадность. Щит сработает? Сработал, неужели? Перемещайте зомби, который наносит бонусную атаку. А мне никого и не надо пока здесь, да? Да, пока никого не надо. Так, минус колокольчик, минус этот ханорик. И все равно 3 в лицо мы получим с тобой. Но у него карт нету. А у меня нет амфибии. Курицу мне дали, молодцы. 11. Как вот мне нанести ему 11 урона? Вот объясни мне. Ну вот как? Амфибии нету и все, и приплыли. Нет, ну я могу, конечно... Да нет, не получится. Не получится, друзья мои, у меня здесь ничего сделать, к сожалению. Просто тупо вот из-за этих вот свалились. Ведь говорил тогда, не надо. Ать, не хватило. Не хватило 1 единички урона. Ну никак. Ладно, я же буду мстить. Друзья мои, вы что думаете? Пс, я это так просто оставлю? Нет, конечно. Поехали дальше. Так, супермозг, ты что-то это... Так еще рука такая паршивая была. И вот эта вот карта с козлом, она, конечно, выпала очень вовремя. Во, отличная рука. Поехали. Поехали, посмотрим, что он будет делать. Что-то это мне напоминает уже, да? Не то же ли самое было в прошлой битве? Так, давай. Что ты сейчас выставишь мне здесь? Посмотрим. Ну вот. О чем я и говорю. Все одно к одному. Уничтожил мне, да, обезьянку? Так, секунду. Вот. Вот что мы с тобой сделаем. Арену усатую выставим. Что там задумался? Ага. Блин, достал, а? Просто достал. Сейчас 4 в лицо прилетит. Офигеть. Так, что сделать? На ландшафте? Нет, давай вот так вот сделаем. Сюда. И вот так вот. О!
Солина сейчас в козла, да, превратит? Нет, получает здоровье и заморозку. Ты издеваешься, а? Ты просто сейчас в наглую надо мной издеваешься. Ой-ой-ой-ой, 14 хп. Этот еще здоровье восстанавливает ей. Это нехорошо. Так, мне даже ничего не поставить нельзя. Так, перемещаем, да? Давай мы с тобой переместим вот сюда. Я не собираюсь, чтобы он еще нам в лицо давал и при этом отхиливал эту розу. И ко всему прочему. Так, перемещение зомби плюс один. Вот. Сюда иди. И доборчик с тобой сделаем. Ну вот, совсем другое дело. Посмотрим. Что ты там со своими двумя картами-то сделаешь? Да ничегошеньки. А вот я сейчас буду веселиться по ходу дела. Ну? Уничтожает зомби на земле. Зашибись. Косилка у него, оказывается, есть. Ты специально это делаешь? Так, превращает зомби в случайного. А ну-ка давай попробуем. В кого ты превратишься у меня, ниндзя? Что это? Танцпол. Проскок, синтез. И так, здесь зомби получает проскок 3. Что за проскок 3? Вообще ни о чем не говорит. Какой проскок 3? Хм. Курица. А если я курицу сюда поставлю? Что это такое? В первый раз вижу, ребят, что это за проскок? Заморозка. Ну, трать, трать свои карты, трать. У меня здесь все равно добор есть. Окей, и бонусную атаку. Вот так вот. Ну что, роза съела свое? Так, что у него там? Превратить в козла, нет? А, проскок, два раза что ли бомбит? Я так понял? А ну-ка. У меня карт, конечно, тоже уже не осталось на руках. Команду вызвал, да, сюда? Это же как звать-то тебя? Сельди-пушка, сельдерей, короче. Ну. Курицу, конечно, потеряем. Но зато урона сколько нанесем. О. Пока пушечка. Пока курочка. Ну, у нас есть с тобой... А, нет. Вот что у нас еще есть. Выставляем. Что-то там задрожало все. У нее, кстати, сейчас, ребят, сработает защита. Она возьмет себе карту. Превращение в козла, поверь мне. Вот смотри. Ну, я разве был не прав? Она этим воспользуется. Но получила все равно в лицо. Пушка, не пукни. Так, остается один удар в лицо, и мы с вами выиграли. Тут даже выставлять никого не надо, мы уже и так нанесем. Она ничего не сможет сделать. Поставила свою амфибию, запоздалую, которая просто не спасет. Вот так вот. Я, друзья, не буду вырезать, наверное, свой вот этот вот проигрыш. Пускай все будет. Ладушки, и у нас с тобой, ох, еще две миссии впереди. Нос... Ой, солнце на вспышке. Точнее, вспышка на солнце. Это не есть хорошо. Поехали. Курица. Так, вот это вот меняем. Поменял, твою ж, налево. Ты серьезно? Ну давай хотя бы так. Курочка. Давай, вставай. Вспышка на солнце. Тоже счета вреднюка. Так, два в лицо получила. Сейчас будет, наверное, свои подсолнухи выставлять, да? Как обычно. Нет? Никого не стало? Нет, стало, конечно же, два подсолнуха. Мы можем с тобой зомби-астронавта призвать сюда. Но энергия... А, нет, не успел. Не успел использовать свой подсолнух, получить дополнительную энергию. А у нас все четенько. Так, амфибию поставил, сейчас будем с воды бомбить. Ну и что ты выставил свой подсолнух? Он нам даже не нанесет урона никак. Ах ты! Курица же, она сбегает. Что это? Блин. Не вовремя. Не вовремя.
Так, получается. Так, 5 в лицо. Плюс дополнительная энергия сейчас будет, да? Даже 2. Это, кстати, плохо. 2 дополнительные энергии — это плохо для нас. Он сейчас может такие карты тут навыставлять. Он прочерк, например, поставил. Да? На. Пока, астронавтик. Еще и защита сработала. Шампиньона 2 выставляет. Курица сматывается. Ладушки, что нам делать вот с этим вот? Скажи-ка мне. Что, он там хиляет или что делать? Так, здесь уничтожим. Так, вот сюда вытянем менеджера. Вот, отлично. Контрабандист. Ну, давай поставим сюда. Все равно особо ничего там не сделать нам. Еще один подсунок. И все растения получают плюс 2 к атаке. Ё-моё. Вот это плохо. Это я тебе серьезно говорю, это плохо. Тем более вот это как на 5 сейчас звезданет. Мало нам не покажется. Окей. Пятерка в лицо летит, короче, нам. Тут просто никак не выкрутиться было. Ну и ему 3 урона в лицо. На дорожку. Так, значит что? Ох, энергии дает ему, а. Сколько же дает энергии? Я могу сюда поставить Гаргантюа? Нет, лучше мы с тобой сделаем немножко не так. Вот так вот я сделаю. Все. Что он там поставил? Твою же налево. Еще плюс 2 к атаке. Хо-хо-хо-хо-хо. Так, нам придется с тобой воспользоваться. Блин, не то сделал, ребят. Так, что у нас тут? 5 и больше, да? 5 и больше. Пока. А у него там 2 единицы урона. Уничтожит мне, короче, амфибию, да, мою? Зомби-русалочку. 3, всего лишь 3 единицы урона в лицо дать. И все, ребята, мы с вами выиграем. Попробуем с тобой сделать вот так. И Гаргантюа сюда вызволить. Что он сейчас будет делать? 9 энергии у него. Все, друзья, сфейлился. Вспышка на солнце продула. Я сейчас думал, сейчас кого-нибудь выставить там. Никого не стал. Мы выиграли. И это означает, что двигаемся с тобой дальше. Так, вокруг одни козы. Тут опять роза у нас, что ли? Но это босс уже будет. Это уже будет у нас босс. А босс, как мы знаем, всегда имеет какие-то преимущества перед нами. И сейчас посмотрим, какие. Так, это мы уберем с тобой. Это не то, тоже не то. А вот это остальное сгодится. Внимание, на старт. Побей босса. У вашего соперника подкрепление. Роза начинает игру с плюс 2 картами. Используйте мозги, чтобы сразить ее. Неважно, свои или чужие. Зашибись, у нее вместо 5 карт 7 в руке. Блин, и кому? Розе дали. Ну, в козла, ну естественно. Естественно, сразу в козла превращает. Ладно, хотя бы один урон нанесем в лицо. Теперь надо думать. Думать хорошенько. Поставлю антигерой, потому что в любом случае придется что-то делать этой Розе, чтобы прикрыть, понизить атаку. Кого-то выставлять будет. Фасолину, наверное, да? Нет, колокольчик, еще и заморозку делать. Ты прикинь, еще и подрастет, да? А, это не тот цветочек, который от заморозки подрастает. Ладно. Пока ниндзя, буду скучать по тебе. У меня нету, ребят, карт. Я не могу ничего выставить. Смотри, что делает, а. Бонусная атака нам не нужна. Угу. Все равно не нужна нам пока бонусная атака. Что он сейчас делает? Ничего.
Счет 16 хп у меня, 15 у Розы. Блин, я поставлю сюда амфибию. У нас еще две энергии, если что, будем с тобой, наверное, вот это применять. Заморозка зомби. Превращение зомби в случайного. Так, а если вот здесь вот? В кого превратиться у нас? Да. В шута горохового. Ну, поехали. Так, заморозит. А что он не стал замораживать мне зомби? Почему? В чем проблема? Что не нравится? Вот, вот это уже получше, друзья мои. Так, я выставлю, наверное... Вот так. А здесь просто прикроемся амфибией. Ну что? Заморозка зомби вытягивает карту. Да у тебя и так там карт целая, блин, рука. Куда ты еще-то достал, а? Серьезно говорю. Так, бонусная атака. Бонусная атака. Кому нам сделать? Сюда можешь бомбануть? Давай. Вот так вот. Чтобы не мешался тут. Поехали. 4 в лицо. Сейчас защита еще сработает. На следующий ход. Это плохо. Так, а этот все живет, да? Живет и радуется, стебелек. Поставим с тобой вот так вот. Вертолетик. Но. Уничтожает зомби. Вот олух, а. И это еще не все. Я думаю, сейчас, наверное... А, у него энергии не хватает. Защита срабатывает. Это последняя защита. Все, больше защит никаких не будет. В кого превращает? Все, умоляю. Мы хотя бы подбили. И то плюс. Друзья мои, 5 хп у Розы осталось. Надо сосредоточиться. Давай, наверное, вот сюда так поставим синтез. И на него поставим прочерк. На! Но! Хильнуться хочет. Хильнуться хочет, блин! Так. 3 хп, но это... Блин, почему? Ведь не должно же быть никакой защиты. Сработал блок почему-то. Так, ну все, достал. Достал меня в корень. Так сделаем. И все. Карт у него, конечно, там дофига. Он может просто сейчас прикрываться. Но он не стал. Поэтому и поплатится за это. Так, это у нас... Все, сдался, что ли? Я хотел только уничтожить растение там. Оно же, по-моему, уничтожает только свыше 5, да? ХП. С чарами у нее... Не очень. Что произошло? Да, ребята, вот так вот. Отразили мы чары и превратили ее тоже в козлиху. Ну, неплохо, я тебе скажу. А дальше у нас идет угроза на Литой горе. Это будет у нас с тобой этот огненный пенек, да? Ладно, друзья мои. Будем на этом закругляться. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть. Так что всем удачи и до скорого.